Привет, друзья! Это тренировка недели. Если у вас есть одна только гиря, как можно себя занять и сделать это эффективно благодаря нашим тренировкам? Сегодня в тренировке три основных задания. Первое задание более силовое, где необходимо сделать каждую минуту в течение 10 минут 30 секунд рывок гири со сменой рук каждый раз. За 30 секунд попробуйте сделать максимальное количество рывков, либо подобрать максимально тяжелый вес. 30 секунд работы, 30 секунд отдыха. И так в течение 10 минут. Рывок все время выполняется с виса, то есть с этого положения. Мы отправляем гирю вверх. Два. Три. 4, 5 и так далее. То количество, которое у вас получится, будет являться зачетным. Вы можете его сравнить с другими ребятами, которые сделали ту же самую тренировку. А для этого надо просто отправить это видео своему товарищу и сказать: попробуй сделай, и давай сравним свои результаты. Дальше идет у нас основное задание. И здесь необходимо сделать, выполнить на время. Это 100 высокая тяга сумо, 100 трастеров с гири, 30 наклонная тяга гири правой рукой, 30 наклонная тяга гири левой рукой. Это необходимо сделать на время. И точно так же ты можешь сравнить свои результаты со своими товарищами, если, конечно, пришлешь им это видео. А я тебе для того, чтобы ты понимал, на каком уровне ты находишься, выполнив это упражнение и имея какой-то результат, я тебе пришлю уже контрольные данные. То есть ниже какого времени, какое время и выше какого времени ты мог бы сделать. А теперь по упражнениям. Высокая тяга сумо. Ноги необходимо расставить чуть шире, корпус ровный. Гантель берем за ухо, понятно. Во время движения не касаем ее пола, но опускаем руки ниже колен. Это очень важно для того, чтобы наше упражнение было максимально амплитудное. Спину необходимо держать ровной. Упражнение начинается, в принципе, можно начать уже со старта, с этого положения. Выполняем подъем гири вверх, локти все время смотрят наверх. Ни в коем случае не выполняем такие движения. Локти вверх. 100 повторений. Устали? Отдохните. Но имейте в виду, что этот отдых пойдет вам в минус. Сделали 100 повторений. Следующее упражнение. Трастер с гирей. Берем за ухо. Располагаем гирю на груди в таком положении. Полностью садимся и делаем выброс гантель гири вверх над головой. 50 раз. 50. Устали, отдохните, но также имейте в виду, что это пойдет только в минус. Сделали 50 повторений, дальше идет у нас наклонная тяга. Можно облокотиться другой рукой на колено, выдвинуть ногу назад и выполнять наклон таким образом. Можно поворачивать корпус. Твоя задача — довести ухо, руку до пояса. Сначала выполняем одной рукой 30 раз, дальше 30 раз другой рукой. Сделал 30, стоп, время. Фиксируй, за какое время ты сделал. Пиши результат в комментариях под этим видео. Ну, увидишь, как сделали это другие ребята. И третье задание. У нас сегодня навык. Мы сегодня развиваем наш мощный, рифленый, ящерный пресс. Как мы это делаем? Гантели гири нам больше не нужна. Ложимся на пол. Ноги соединяем стопами вместе. Коленки выводим в стороны, руки вперед. С этого положения ложимся вниз. Лопатки пола не касаются, не так. А постоянно находим, постоянно сохраняем корпус напряженный. С этого положения начинаем движение. Задание следующее. Выполнить максимальное количество раз за 2 минуты. Это был третий комплекс. Итак, первое. Каждую минуту, в течение 10 минут, 30 секунд максимум рывков
гири. Второе задание. 100 высокая тяга сумо, 50 трастеров, 30 наклонная тяга гири одной рукой, 30 наклонная тяга другой рукой. Третье задание. За 2 минуты максимум подъема корпуса лежа. На этом все. Жду твоих результатов. Если понравилась эта тренировка, отправь его другу, поставь лайк. И увидимся с тобой на тренировке на следующей неделе. Если же хочешь тренироваться вместе с нами каждый день, внизу ссылка, как это сделать. На этом все. Всем удачи, всем пока.